В этом году «Радио дважды два» исполнилось 20 лет. В честь такого события эфирные создания выбрались из своих студий и устроили для своих слушателей настоящий праздник. На самом деле день рождения радиостанции был еще 1 октября. Однако изобретательные радисты одним днем не ограничились и решили устроить 20-дневный праздничный марафон с веселыми передачами и подарками для своей аудитории. Одним из победителей стал ульяновец, правильно ответивший на каверзные вопросы в прямом эфире и получивший за это полезный в хозяйстве подарок – аэрогриль. Александр Долгушин выиграл его за несколько дней до финала и успел уже опробовать в деле. На достигнутом он не остановился и пришел вновь попытать удачу. Сосиски готовили, мясо готовили. Ну, вкусно, да, вкусно. Будете еще участвовать в конкурсах от вас? Да, конечно. Если будет такая возможность, конечно, будем участвовать. Кульминация масштабного торжества состоялась в минувшие выходные в торговом комплексе «Аквамолл», где собрались все работники компании. Ведущие трудились на сцене, заряжая публику позитивом и заставляя немного поработать мозгами. Для какой игры используется самая маленькая ракетка? Настольный теннис, да? Кто считает иначе? Художники по аквагриму работали с детишками, превращая их лица в красочные полотна. А эффектные танцовщицы, трогательные мимы и кавер-группы со свежими хитами развлекали гостей яркой шоу-программой. Преданные слушатели продолжили участие во всевозможных викторинах. Абонементы в тренажерные залы и спа получили не только самые внимательные и находчивые, но и самые спортивные. Главный редактор радиостанции поздравил своих коллег и рассказал про главный приз финального торжества. Многие слушатели уже стали обладателями призов в рамках прямого эфира. И вот сегодня более 200 человек борются за главный приз, за путевку на двоих в Турцию. Ближе к вечеру началась борьба за главный приз – поездку в теплые края. С помощью лотерейного барабана выбрали участников и провели интеллектуальный квест. В финале осталось 3 участницы, которым предстояло самое сложное задание – одеться в форму отдыхающего. Надуть пляжный мяч, надеть ласты, маску и шорты. И все это на скорость. Справились все, но первой оказалась Юлия Мамбет-Али. Победить не ожидала, но рада безмерно. Девушка никогда еще не была за границей. Я изначально рассчитывала выиграть абонемент годовой в клуб. Но мне не удалось. Я даже не ожидала, что смогу выиграть путешествие, потому что мне никогда не везет. Я так давно мечтала побыть за границей, у меня ни разу этого не получалось. Главный приз нашел своего обладателя, марафон торжественно завершился. Ну а «Радио дважды два» с новыми силами в свой Новый год продолжило вещание на своей известной частоте 102.1 FM. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».